Привет, мои любимые, добрый, прекрасный новгородский день. Снежный и солнечный. У нас с вами сегодня, мои любимые, четверг. Декабря 2022 года. Не забудьте поздравить Андрея, Афанасия, Ивана, Марию, Сергея и Томочку Сирадзе. Заходите к ней на канал, смотрите ее прекрасные видео про Грузию. Там одна любовь. Привет, привет, мои любимые. Иду птичек кормить. Ну, конечно же, прочитаю вам свой стих. Началось. Maybe I, maybe you. Началось. Не знаю, кто это мне позванивает. Maybe I. Даже не застегнула я этот, как его, давайте застегну, поставлю вас на секундочку, не обижайтесь, пожалуйста, потому что у меня замерзнет моя спина, и я буду снова мучаться, вот, сразу заулыбалась, ну, дверь закрыли, наконец-то, красота, смотрите, какая. Сказка. Maybe I, maybe you. Вообще. Сугробы выше крыши. Ладно, идемте кормить малышей. Потом стих. Тёчечка там ходит. Может, ей скользко. Видите? Палочкой стукает. Я думаю, дойдет. А то хотела подойти уже ее это довести. Смотрите, какие рисунки от лапочек птиц. Целые орнаменты. Красотища! Что там у вас в домике? Да что ж такое? Отклонить! Отстаньте от меня! Ну, тут даже видео снять. Я испортила всю мозаику своими. Сейчас открою своими следами. Так, ну давайте, птичечки, принесла им овсянку, очень полезно и сытно, ой, пусть кушают, сидят вон, видите, нахохлились. Идете? Эй! Идите! На подоконник мне кто-то написал. А как вы на подоконник? Вас не, это, не будут ругать за то, что они портят подоконник? Ну как они его испортят? Вот погода, по-моему, портит гораздо больше. Чего они тут его испортили? Ничего. Не придумывайте. На-на-на. Испортить. Кушкайте. Замерзли. Втыкаю, короче. И тут надо где-нибудь насыпать, где
нет снега, где асфальт. А где нет снега? Ну вот нет снега на лавочке. Там можно было на домик. Там сейчас посмотрим, на домик есть. Там тоже мало снега. Давай посмотрим сюда. Это не только на подоконнике, а тут тоже кушаем. Все! Миссия выполнена. Накормила своих голубочков. Сейчас еще поналетают. Ну, а я пока стих читаю. Садиться не буду, потому что очень холодно. А стих прочитаю стоя. Или как там? Идя. Написала только что. Поставила, может быть, минут 5 назад. А, 6. 6 минут снимаю. Поставила стих и сразу же начала видео снимать. Так. Давай, Люся. Не тупи. Вот. Тут ветер. Я пришла, прям мне продуваются мои ножки. Зато солнышко посмотрим. Привет, солнышко. Привет. Меня смотрит, думает, я ей говорю. Какая красота. Красота. Ладно. Читаю стих. Снимай, Люся. Ничего не видно. А после солнца я вообще ничего не вижу. Сейчас тут где-нибудь стану под окнами у людей. И буду их к искусству при этом. Как мало красок у зимы, как много роскоши и света. Глазами мало видим мы, душой бы нам увидеть это. Почувствовать момент сейчас, остановить на миг мгновение. И тут же сердце вспомнит нас вне страха и ума сомнения. Как мало красок у зимы, одно сплошное увядание. Все от того, что слепы мы, все видим сквозь ума стенания. Боимся смерти, передряг, болезней, осуждений, краха, и каждый человек нам враг. Ум разделяет на Иисуса и Аллаха. Нет, много красок у зимы, а белый все цвета вобрал. Увидим, усмирив умы, нам зиму Бог для роста дал, для очищения чистоты, для обнуления полета. Увидь в снежинке каждой ты, будь не слугой уму, пилотом. Не знаю, наверное, ничего не было видно, когда я читала. Поставила такую прекрасную картиночку и поставила Скорпиона музыку. Не знаю, если у Юльки будет играть. Люся, играй. Люся, играй. Видите, не играет. Может, там у нее реклама идет, а может еще что. А руки у меня отмерзли. Ладно, пофиг. Если хотите, заходите в контакт и слушайте прекрасную музыку. Maybe you, maybe I. Или как там? Maybe I, maybe you. Может ты, может я. Очень мне нравится. А я ключ хоть взяла. Замерзла, мой любимый. Очень. Это видите, я сколько была. Ключ не понадобился. Несколько минут. Сколько?
сколько? 10. Я уже замерзла, люблю вас.